это наш будущий променад, это парк Штиглица и другие исторические части города. Ну и что мы сейчас видим? Работа дает свои результаты. В городе появился абсолютно внятный план, который разбит на конкретные действия, которые администрация должна произвести. Этот план состыкован с деятельностью коммерческих структур, есть инвестиционные проекты, которые уже сегодня на старте развития. И впечатление очень неплохое. Сегодня в Авангарде есть очень неплохая команда людей, которые понимают, что они хотят сделать в городе, как они хотят сделать. Ну и, соответственно, когда есть такое понимание со стороны области, мы предоставляем ресурсы. Когда есть план, есть четкое понимание развития, уже тогда надежно можно вкладывать деньги в это развитие. Вот это как раз-таки, да, комплексный подход, историческая часть. Мало того, сейчас вы посмотрите фасады, кровли. Мы уже отправили заявку в комитет ЖКХ на включение в ближайшее время всех домов, а они объекты культурного наследия. У нас есть центр компетенции по городской среде, который помогает формировать проекты по городской среде. Ну и, конечно же, финансовый ресурс, который, безусловно, мы предоставляем, он запланирован. Вот сейчас мы 7 числа будем принимать во втором и третьем чтении бюджет Ленинградской области. В целом на программу по небольшим городам, по этим 7 городам предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей, но кроме этого деньги, которые выделяются и на областные учреждения, которые в этих городах присутствуют.